Давайте знакомиться. Я морская звездочка. Меня зовут Гребешкова Патирия. Я живу в Ормузском заливе, а вот и мой сосед. Я обыкновенный прибрежный краб. Я живу неглубоко, поэтому меня назвали прибрежным. Приветствую тебя, родственник. Мы с тобой оба ракообразные. Меня зовут Травяной Чулим. Я люблю прятаться в морской траве за стерео. Здравствуйте, родственники ракообразные. Я усоногий рак. Меня еще называют морской желудь или балянус. Всем привет, я амурская звезда Астериес Амурензис. А меня зовут Литарина. У меня такое имя, потому что я живу на литерале. Литерале — это где бывает прилив и отлив. А вот и я, невооруженный, шаровидный морской еж. Мне не надо бояться, ведь у меня нет ядовитых щипчиков. Поэтому меня и назвали невооруженный. А я двухточечный моллюск, приморский гребешок. Смотрите, как я прыгаю. Ой! Привет, я камбала. Я самая удивительная рыба. Я плаваю на боку. Это только лишь некоторые обитатели нашего замечательного Амурского залива. Правда, они великолепны?